Итак, город Брно, Чешская Республика, песня «Ёжен с бажен». Поехали! Еду так летом божить, Шкодою сто на Ораву, спехам прото рискую, проїжджим через Мораву. Вот что таборжит, это... Таборжит за рулем. А давай вот здесь вот два слова заменим. Давай это реально, еду, значит, за рулем. Давай. Еду, значит, за рулем, Шкода сто на Ораву, спехом прото рискую, иду через Моравию. Ну а там-то страшидло с безобразной рожей, жирик главно прожаки, звали его Ёжик. Кстати говоря, дело в том, что когда я общался с Катей в социальной сети, она тоже подтвердила, что «Ёжен с башен» — самая популярная песня, правильно? Правильно. Это считается, ну, вроде как национальная песня. Да. У меня есть вот текст. Если ты мне поможешь. Вы будете петь? Да. Вот ты будешь петь просто, а я... как это запоминать? Вот «Ёжен с башен». «Ёжен с башен, уж все зубы бросит, ёжен». Здесь напрашивается, знаешь, скушает не спросит, давай. Ну, прикольно будет, да, давай. «Ёжен с башен, скушает не спросит, ёжен с болота». Прям как на подло. Прям на подло — это то, что, о чем я подумал? То, о чем ты подумал. Прям как на подло, действует лишь только прошкваться одло. Вот давай здесь, вот здесь тоже по-русски сделаем. С безобразной рожей, может, подойдет? А вот эти остальные, жери, главное, прожаки, ёжен, рифма. Звали его ёжен. Да. Ёжен с бажен, уж все зузи броси, ёжен с бажен, слушает не спросит, на ёжена из бажен. Прям как на подло, действует лишь только прошка. Вот знаешь, вот, по-моему, в песне он поет «Прошкваци летодло». Действует лишь только прошкваци. Прошкваци летодло. Это самолет с порошком, сбрось порошок на него. Действует лишь только прошкваци летодло. Из болотной жижи ёжик с бажен, зубы свои броси, ёжик с бажен. Кушает, не спросит, на ёжен с болота. Прям как она подло, действует лишь только прошкваться летодло. Итак, чехи ни много ни мало оценили ёжен с бажена ровно в 200 крон, друзья. Ну, на ужин с кнедликами хватит. Вы смотрели «Большой чемодан. Акустическое путешествие с трубадуром». Партнер проекта — авиакомпания «Чешские авиалинии». Через Прагу в любой город Европы.